Мы сделали ведро мидий. Черноморские мидии. Опа, ничего себе, билетики, супер. Коля, тишь, мак. Сочи. Ощущение полета будет супер. Свежайшие черноморские мидии, 3 килограмма. Мидии не портятся, портится вот эта вода, которая с них стекает. Внутри вода у них будет, они сейчас в холодильник положишь, они приоткроются и воду сбросят. Вот эту воду нужно вечером удалить. Неделю живут в холодильнике, так, ну, при правильном хранении. Главное не морозить. Всем привет! Всем привет! Всем привет! Сегодня у Ромки день рождения, мы находимся в Сочи. Приехали на секретное место. Хотим приготовить черноморские мидии. Ведро черноморских мидий. Убираем камни. Колодец делаем. Лоски. Здесь еще бумажку кладут. Пионеры. Будем накидывать дрова, и все будет хорошо. Все, все, все. Ведро ставим? Да какое ведро надо, чтобы завелся костер? Чистим, чистим мидии. Вот, вот эту штуку надо убирать и промывать. Да, потому что вот эта ерунда, она нам не нужна. Режем на камне. Доску забыли. Опа. Америка, Европа. Три луковицы и головка чеснока. Все дело обжариваем до золотистой корочки. Самое главное, чтобы получился такой вот поджаренный лук с золотой вообще корочкой. Вот. Пошла массовка. Лук начинает пассироваться. Чтобы он придал мидиям тот изысканный вкус пассированного лука. Заливаем португальское сухое обязательно вино. В районе где-то, ну, вообще нужно где-то стакан 200 грамм. Но можно добавить чуть-чуть. Сейчас наступает момент, когда этот наш зирвак, так называемый, свяжется с вином. Чего сейчас начинается главный процесс. Кипение. Розовую воду. И доводим до суперкипения. О, вот на огне можно. И вот мы дождались того момента, когда все это закипает. И мы туда черноморские мидии закладываем. Закладываем максимальное количество, которое влезет.
И даже ту, которая не влезет. Самое главное, чтобы под мидиями были большой огонь. Вот. Они все получаются сейчас в процессе кипения. Лучше на самом деле даже закрыть, чтобы образовать такую немножко баню. Баню, чтобы это все прокипело и проварилось. Ребята вообще кидают в картонную коробку вилку. Я кину эту вилку в эту коробку. Да, смотри, что он делает. Это спецназ. Когда уже миди открылись, мы наливаем эти сливки. Спонсор нашей сегодняшней мелкая пицца. Они должны просто, честно говоря, там нужна крышка, чтобы потом взболтнуть, и они пропитались этим божественным напитком. Это красиво, это просто, блин, полотно импрессионистов-художников. Да, это рецепт сегодня от нашего именинника Романа. Меня зовут Роман, мне 46 лет, только исполнилось. Девушки, мой телефон 8-963-711-9787. Звоните только утром, пока моя жена спит. Рецепт очень простой. Лук, чеснок, вино и сливки. Все. Чемпион мира по бросанию, по метанию шампуров в картон. Это Матюха. Ссылка будет на Матюхин инстаграм в описании. Подписывайтесь. Обещал. Подписывайтесь, да. Все открылись. Прошло где-то минут 5-7. Ведро мидий готово. Ну вот мы и добрались до финала нашего, на самом деле, кулинарного шоу. Снимаем ведро. И... здесь у нас, конечно, шикарная вещь. Единственное, нужно, что под это белое вино, правильно? Да. Какой повар, который не попробует первую, как говорится, порцию? Аккуратно, тут горит еще огонь. Это Маджестик. Можно жарить что-то? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Первый раз. Первый раз пробуешь? Да. Давай. Добери всю ее вот так, да. Горячая. Не мечом горит. И руками прям вынимай. Макар, бери. Так, человек вообще первый раз пробует. Это очень вкусно. Она очень нежная. Есть можно. Деликатес черноморский. Это мидии. Они просто совершенство. Конечно, нужно пить под них белое вино. Что мы и делаем. Это прекрасный вообще продукт. Я советую всем. Во-первых, для мужчин это афродизиак. Во-вторых, для женщин это афродизиак. И в-третьих, для детей это не афродизиак. Это очень вкусно. Это вообще колоритно. Это круто просто. Бедро мидий, да? Бедро мидий. Бедро мидий. В сливочном соусе. Да, они там еще, по-моему, даже кипят чуть-чуть. Пузырики. Вода не очень холодная, честно говоря, прогрел. Всегда надо с палатками. Мы уже съели пол ведра. Надо черпать бульон и вместе с ним есть. Давай. Зачерпнул. Это супер. Вкуснее. Это классно. Сахарная, блин. Медовая. Она просто, блин. Нету слов. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами был канал «Погнали готовить». Всем пока!